Неделю 22 по Пятидесятнице отмечалась память великомученика Дмитрия Солунского. В этот день святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино. За воскресной литургией читался отрывок Евангелия, повествующий в форме притчи о загробной жизни людей. Мы, люди, ограничены в своих возможностях постигать божественную мудрость и не до конца понимаем то, что принадлежит вечности. Но Христос поясняет многое в своих притчах, в том числе и в рассказе о богаче и Лазаре. Этой притче посвятил проповедь патриарх. Загробная участь человека определяется тем, как он живет в этом мире. И для того, чтобы войти в Царствие Божие, ведь надо исполнять очень немногое. Слово Божие такое ясное и понятное. И существует одна двуединая заповедь, исполняя которую человек наследует Царствие Божие. Люби Бога и ближнего своего, как самого себя. Вот в этих двух заповедях весь закон и пророки, как Господь сказал. В этих заповедях ключ от вечной жизни с Богом. Сегодняшняя притча никого не пугает, но она помогает понять, что то, что ждет нас в вечности, формируется сегодня в нашей повседневной жизни через наше отношение к Богу и через наше отношение друг к другу. И если мы сконцентрируем свои усилия именно на достижение этих целей, которые и являются пропуском в Божественное Царство, то не только наследуем Царство Божие по слову самого Господа, но и здесь изменим жизнь до неузнаваемости. Потому что в этих заповедях закон человеческой жизни, который определяет человеческое благополучие и в жизни земной, и в жизни вечной.